Всем привет, я Гела. Сегодня покажу вам всякие свои штучки-дрючки. Вы спрашиваете. Ну, вот для начала покажу вот этот воротничок. Я вам обещала показать, как я его переделаю. Обшивку, то есть, как... Вот я, видите, я убрала весь бисер. Взяла уже нормальную лесочку. Для тех, кто не в курсе, у нас был мастер-класс вот по этому воротничку. Я показала все от и до. Ход работы, но обшивка у меня не было нужного материала, лески, вот, и обшивка мне там не понравилась, и тогда я пообещала, что я переделаю и покажу. Вот я сделала с другими материалами, взяла вот такие беконусы черненькие, граненые бусины. Ой, ну красиво, прелесть, и теперь уже все это лежит хорошо, гармонично, как надо. И вот такой воротничок, он у меня в продаже. Вы можете купить его готовый, а можете сделать по мастер-классу. И там в описании к видео я оставила ссылки, ну, где купить всякие бусинки, там вот это все. Вот. Еще девчонки. Ну, вот это чокер, это прям под шею колье. Прям вокруг шейки. У меня есть примерка. Тоже на видео где-то я примеряла, показывала. Так, потом есть мастер-класс вот по таким жгутикам. Они делаются, ну, совершенно вот просто, казалось бы, да, все гениальное просто. И так эффектно выглядят. Вот для этого жгутика я мешанину всякую бисерную использовала. А вот здесь, вы представляете, я взяла, решила, почему только бисером. И взяла, сделала беконусы сюда, но здесь микс у меня бусин, здесь есть бусины, крупный бисер прециоза чешский, и основная часть, конечно, это вот такие вот граненые бусинки, беконусы. И так здорово это смотрится, вы посмотрите, какая прелесть, и он такой толстенький жгутик получается. Ну, прелесть, мне очень понравилась эта работа, вот это колье. И, наверное, вот то бисерное я переделаю. Смотрится просто потрясающе. Вот такое вот колье. Тоже поставлю его в продажу. Можете купить или сделать. Мастер-класс у меня тоже есть на канале. Конечно же, под видео я оставлю все ссылки. Девчонки, вот еще. Вот такое, вот такая штучка у меня есть. Это вышивка. И бисероплетение здесь есть момент. Вот. И чтобы вы думали, это... Смотрите, вот такая вот прелестная штуковина, которую из рук выпускать не хочется. Это был совершенно экспромт. Вот такое зеркальце. Это было двойное зеркальце, которое, ну, складывается, да, одна увеличивающая сторона. Вот, но там вместе, где соединяется, в общем, отломилось. И вот такое осталось зеркальце. И просто экспромтом в качестве, ну, вот эксперимент вот такой был. Я сделала, вот эта часть у меня идет вышивка по фетру. А вот эти закругления, там уже идет момент такой бисероплетения, оплетка. Понимаете? И вы знаете, мне так понравилась, такая прелесть. И я положила, думаю, я обязательно запишу, сделаю мастер-класс. Надо купить, посмотреть вот такие зеркальца где-то. Ну и все, я отложила, и так и забыла. А потом я наткнулась на видео от Ксении Есиповой. Там она показывает зеркальце. Но там, конечно, по-другому работа совершенно другая, но просто сама идея. И я, вы знаете, даже где-то немножко расстроилась, думала, ну вот сейчас я запишу, покажу, и скажет, вот слямзила идею. Ну и как-то, знаете... Ну, хотя, с другой стороны, ну, что значит слямзила, а для чего мы эти идеи показываем? Но, тем не менее, в общем, так у меня и лежит теперь это зеркальце. Ну, вот сейчас опять я про него вспомнила. Надо мне посмотреть, купить все-таки зеркальце, и я вам покажу, как вот это делается. Ну, смотрите, какая потрясающая штуковина. Даже просто вот иметь себе такое, да, или подарить подруге. Представляете, вот такая штучка. Ну, потрясающая идея. Можно оплести его, как револе. Оплетаем.
Вот, еще, девчонки, хотела показать вот такой браслет. Кто не видел, это мой браслет. Я в свое время сплела вот этот браслет. Это вот сетка сначала плетется. Есть полностью мастер-класс, девочки. У меня есть целый плейлист украшения своими руками. Вот там лучше полистайте, вы найдете. Вот, на сетке, на бисерной, потом расшивается вот так камушками. Я в свое время сделала из лески и довольно так активно, долго его носила. Вот, и практически каждый день, тогда еще магазины были, я то и дело каждый день, одно время очень много его носила, но у меня со временем стала, знаете, перетираться леска. Все-таки здесь стеклянные бусины. Вот, ну и я раз починила, два, а потом решила, знаете, и полностью переделала этот браслет, то есть весь распустила и сделала заново, но уже той нитью вот кевларовой, которая не режется. Вот. И намертво уже сделала прочнейший вот такой вот браслет себе, переделала заново. И вы представляете, а на сегодняшний день все, он мне большой. Ну, совершенно просто вот абсолютно большой браслет. Я помню, у меня тогда его попросили даже в продажу, но я его не хотела продавать, я для себя делала, так любила. А теперь на сегодняшний день что-то я и уже и не хожу особо никуда, и не ношу. И вот достала, надела, а он спадает с руки. Ну, он большой мне очень. Ну, переделывать как-то опять, не знаю, зачем. Смысл. В общем, девчонки, если кто-то захотите купить, пожалуйста, я, наверное, выставлю его в продажу. Но он шикарен. Я делала для себя. И когда я ходила куда-то, как-то носила. Сейчас я особо мне и выгуливать-то его некуда. Да и даже при желании, говорю, он стал мне большой. В конце концов, надо себе новый сделать, наверное. Вот это я распускать не буду, потому что он сделан настолько капитально из хороших материалов, поэтому, ну, ему сносу нет. Поэтому, если хотите, вот, пожалуйста. Еще хотела показать духи, новые купила. Ну, вытащила, для тех, кто не видел, по-моему, я уже показывала, да, я очень люблю вот эти яблочки Ненаричи. И этими духами я очень долго пользуюсь. У меня там и зеленый, и красный матовый флакон, вот которые я все их уже использовала. Не по одному разу я уж все флаконы не стала сюда доставать. Вот такие яблочки очень люблю, Ненаричи. Но в этот раз пошла, вот у меня зеленый, синий, вернее, вот этот закончился. И решила, уже хватит уже одно и то же, надо что-то новенькое себе купить. Вот, и сейчас подождите, еще из старого покажу мои любимые, ну вот, Пуазон вот эти вот, обожаю, просто обожаю, решила достать, а здесь у меня оказывается еще Пуазон Гел, это вот светлые, перепутала флаконы, сейчас я принесу, надо по своим коробкам их расставить, Пуазон Гел, у меня еще практически полный флакон, вот они. Коробочка от него. Перепутала я их. Вот. А те пустые, законченные. Ну, вот, видимо, эти, может быть, не так зашли, что ли, не знаю. Вот они у меня еще есть. Прекрасный аромат. Ну, скорее гел все-таки для таких молоденьких девчонок. Может, не знаю, может, мне так кажется, может быть, придет время и буду пользоваться. Ну, а вот эти темные, ой, я их обожаю, это мой самый любимый аромат. У меня много всяких любимых ароматов, ну вот, которых здесь я уж все флаконы не стала доставать. Вот, но из всего-всего мне, конечно, вот Пуазон, вот эти вот пурпурные, очень нравятся. Самый любимый мой, наверное, аромат. Я люблю сладкие, пряные такие. Вот, а из новинок решила попробовать. Вот эти вот, если так по-русски, по-нашенски, Гермес, по-правильному Эрме, да, духи. И вот... Я их взяла, вы знаете, я как-то не падкая на акции там чего-то, ну вот просто она меня убедила, вы послушайте аромат,
И вы знаете, мне понравилось, очень необычный аромат такой, прям очень. И я решила взять попробовать. Но по акции я это к чему? К тому, что, девчонки, у кого в городе Элизе магазин, на вот эти Эрме 50% скидки, представляете, за полцены. Поэтому, если захотите, очень интересный, необычный аромат. Вот, и еще я взяла Ангаро. Вот Ангаро, они, конечно, без скидки, они стоят там так, ну, нормально. Но хорошие, мне понравились. Просто захотелось уже чего-то нового, уже эти яблочки, ну сколько можно, не на речи, поэтому решила вот эти взять. Пока еще не совсем как-то вот как-то так поняла, но сразу вот, знаете, вот запало мне, захотелось их взять, понравились они мне. Вот. Ну и вот эти Эрме очень-очень, ну, конечно, это вкусовщина у всех. И восприятие это разное у нас на ароматы. Вот еще Le Kinzo. Я вообще Kinzo бренд обожаю в духах. Вот эти вот мне очень понравились в свое время. Прям очень. Если попадется, куплю. Сейчас закончились, но вот тоже очень хорошие духи. Ну, по мне, я вот такие ароматы люблю. Вот, девочки. Ну, а сейчас пока вот Ангаро и Эрме. Ангаро что-то у меня раньше было. А, 212, да, пуля. У меня, кстати, мужские. Где-то флакон стоит. Я мужские прям тоже обожаю Ангаро. Вот. Очень нравится этот аромат. Опять же, один аромат на разных людях может по-разному смотреться. Поэтому здесь все это, конечно, такая духи, это такая индивидуальная штука. Еще вы спрашивали, когда я ботинки показывала, что у вас там на столе блестючее. Это косметичка, это была поясная сумочка. Я отрезала эти шнурки, эти пояс. Домашняя, дома, которая лежит со всякими там. Вот такая косметичка. Ну вот, собственно, и все. Вот такое видео у меня сегодня. Чисто такое, болталочка небольшая, да? С духами и с блестяшками. Не знаю, ну, сорока я, конечно, еще та. Очень люблю всякие блестяшки и люблю ароматы. Ну, как и все мы, наверное. Многие, по крайней мере. Вот мужские, да, вот такие мне очень нравятся. И женские есть, 212-е. Они мне очень нравятся. Это вот тоже, по-моему. А, нет, это Каролина Эррера, да? Я думала, Ангаро. Очень люблю этот аромат. Вот. Ну все, девочки, на этом такое коротенькое видео. Всего вам доброго. Приятного вам творчества. Приятных, интересных покупок. Пока-пока.